На тему градостроения было выпущено немало достойных игр, и в этом видео я решил рассказать вам о 10 новых играх данного жанра, чтобы вам было что построить. Ну и как по традиции, ставим лайк и погнали. В TerraScape вы можете построить город своей мечты. Каждая колода карт в TerraScape содержит самые разные здания и возможности для расширения вашего поселения. Размещайте карты с умом, зарабатывайте очки и получайте новые карты в награду. Ход за ходом, раунд за раундом вам предстоит умело строить и расширять свой город. Вас ждут несколько игровых режимов, карты мира с процедурной генерацией и захватывающие испытания. Для каждого задания существуют определенные требования. Это могут быть соседние здания, природные ресурсы или подходящая местность. Постарайтесь выполнить как можно больше требований, чтобы получить бонусные очки. Полученные очки позволяют открывать новые колоды и здания. Продумайте стратегию и размещайте здания из определенных колод чаще других, чтобы открывать новые колоды. Если ваше здание размещено удачно, вы можете снова вытянуть карты. Но не забывайте о своей стратегии и постарайтесь распланировать, какие карты вам понадобятся. Иначе вы можете вытянуть здания, которые на данный момент не нужны вашему городу. Наслаждайтесь незабываемой графикой и созданными с любовью пейзажами. Вы сами определяете скорость игры, можно расслабиться и созерцать живописные виды. Благодаря многопользовательскому режиму можно играть с друзьями. Разрабатывайте тактики и мешайте планам противников. Размещайте здания стратегически, получайте за это преимущество и раунд за раундом уходите в отрыв по очкам. Акватика – проект, разработанный в жанре стратегического симулятора с элементами стратегии, действие которого отправляет нас на просторы глубин океана. Сюжет поведает о внезапно случившемся апокалипсисе, который полностью уничтожил мир, а выжившим теперь предстоит выживать в совершенно новых условиях. Отныне раса людей будет развиваться под водой, выстраивая города и мегаполисы, развивая инфраструктуру и делая свою жизнь комфортной. Первым делом стоит отметить огромное количество возможностей по достижению цели, где ты сумеешь подключить смекалку и фантазию, создавая что-то совершенно уникальное и необычное. Авторы также дали игроку возможность полной свободы действий, отчего подводное приключение становится еще более реалистичным и интересным. Графика порадует уникальной рисовкой, массой крутых визуальных эффектов, а с помощью звукового сопровождения позволит с головой окунуться в атмосферу игры. Fabledom – яркая в своем исполнении игра, разработанная в жанре градостроительного симулятора, которая точно понравится любителям спокойного и размеренного геймплея. События отправляют нас на просторы мира, который был основан на детских сказках, где мы создадим собственное поселение с необычными и такими знакомыми жителями. Изначально у тебя будет небольшой городок, который с твоей помощью превратится в настоящий мегаполис. Игра порадует именно визуальной стилистикой, которая позволит объединиться с красочной природой и полностью погрузиться в происходящее, следя, как бурлит жизнь обычных городов. Сказочную атмосферу здорово дополнит умиротворяющее музыкальное сопровождение. Сам игровой процесс достаточно разнообразен и дает массу возможностей по достижению той или иной цели. А поэтому ты всегда сможешь найти для себя что-то интересное. Ты будешь не только заниматься сбором ресурсов, исследовать локации, но и следить за состоянием местных жителей, стараясь удовлетворить потребности и желания каждого. Oxygen – стратегический симулятор, где мы в роли главного героя берем под свое управление целое поселение. На твои плечи возлагается ответственность за развитие огромной цивилизации, и ты начнешь с малого. Первым делом позаботься о модификации территории, обустраивая инфраструктуру и возводя необходимые сооружения. Важно постоянно прибавлять население в численности, что позволит увеличивать рабочую силу и быстрее развиваться. Делай необходимые запасы ресурсов, которые нужно правильно научиться распределять, чтобы добиться максимального эффективного прогресса. Игра наделена интересной сюжетной линии, которая отправляет нас на просторы мира будущего, где человечество оказалось на грани уничтожения из-за пробудившегося вулкана. Ученым удалось разработать специальные генераторы, и теперь тебе нужно развивать цивилизацию в новых, довольно трудных и опасных условиях. Погрузись в прекрасный мир Celestial Empire и построй город своей мечты на одной из вручную созданных карт. На ней потрясающая природа и фантастическая обстановка будет сочетаться с градостроительством. Наблюдайте за сменой времен года, когда ваше поселение вырастет из нескольких зданий с крестьянами в оживленный город, достойный визита императора. После того, как вас назначили губернатором этой земли, жизни людей стали зависеть от вас. Вы должны исполнить желание императора и принести городу процветание. Как губернатор, вы должны выполнить их просьбы и столкнуться с недовольными жителями. Организуйте эффективные производственные цепочки и обеспечьте процветание вашего города. Инфраструктура, подготовленная для города, будет работать бесперебойно. Ищите идеальные места для добычи природных ресурсов и размещайте производство продуктов питания на идеальном участке земли. Если вам удастся все спланировать, даже самые катастрофические погодные условия и суровые зимы не смогут разрушить ваш город. Благословение императора дает вам возможность присоединиться к торговым путям и сотрудничать с другими поселениями в обмен на ресурсы и материалы. Вы можете отправлять
караваны, торговать с дружественными городами вокруг вас. Планируйте, развивайте и стройте великолепные города, которые наполнят вас гордостью и радостью на каждом этапе их управления. Eldorado The Golden City Builder представляет собой комбинацию градостроительного симулятора и стратегии с элементами выживания и упором на реализм. Приготовьтесь отправиться на таинственные берега Латинской Америки еще до того, как туда заплыл сам Христофор Колумб. Богатство в этих местах не всегда приводит к счастью, а злость богов может обернуться катастрофой. Будьте готовы начать процесс строительства своего собственного города. Расширяйте его так, чтобы вы смогли добиться максимальной эффективности с точки зрения экономической составляющей. Правильно планируйте расположение разнообразных городских аспектов, потому что даже самое незначительное здание будет иметь колоссальное значение и важность. Позаботьтесь обо всем. О взаимосвязях между разными постройками, культовыми архитектурными символами, а также местами для добычи ресурсов. Но не думайте, что только лишь строительство будет вашей главной заботой. Настраивайтесь на то, что многие жители будут устраивать социальные волнения, а политическая обстановка будет меняться чуть ли не каждый день. Lysara Summit Kingdom – это исторический, немного сказочный симулятор строительства города. История рассказывает о людях, которые решили спастись от гнета своих правителей и создать собственное поселение, для чего выбрали скалы и горы. Именно в этих отдаленных и труднодоступных местах строились целые города для сотен, а зачем тысяч жителей, которые могли выживать в комфортных условиях. Перед игроком становится очень сложная, но несколько амбициозная задача, которая позволит ему развить поселение своей мечты, создав уникальные условия для жизни и красивую архитектуру на фоне живописной природы. В игре есть ряд интересных механик, включая классику жанра, а также новые и интересные функции. Например, игроку нужно не только строить, но и создавать продуманные производственные цепочки между различными товарами и продуктами питания, учитывать потребности населения и строить классовое общество, в котором есть три класса. Все здания выполнены в средневековом стиле, но имеют свои уникальные особенности дизайна. Builders of Grace – это сложная игра-симулятор, которая перенесет вас в древнегреческую сельскую местность. Вы должны проявить свои стратегические навыки в попытке восстановить процветающие города и продлить золотой век Греции. У вас будет возможность тщательно изучить нюансы планирования и экономического развития в процессе создания полноценного города. Начните с жилых районов и постепенно расширяйте границы своего поселения за счет инфраструктуры, торговых или культурных зданий. Обратите внимание на храмы и места поклонения, почитаемые греками. У вас будет возможность сыграть роль дипломата, работая над установлением мирных отношений с соседями, чтобы сохранить свои границы и неприкосновенность. Вы насладитесь великолепием великолепных греческих мегаполисов, которые поражали воображение задолго до прихода свирепых римских завоевателей. Основной отличительной чертой Manor's Lords станет то, что у вас отсутствуют ограничения на деятельность и выбор эффективного варианта развития событий. Нужно серьезно подойти к оценке собственных способностей и постараться выбрать правильный путь для успешного продвижения. Можно свободно ставить разные постройки, прокладывать дороги и улучшать все здания. Материалы, экономические детали, жилые дома, администрации и другие строения того периода заслуживают, чтобы вы обратили на них внимание. Формирование лучшего жилья возможно, но вы должны помнить о необходимости организовывать хорошую защиту. Постоянно приходится заниматься сбором ресурсов и накоплением денег, а соседние деревни постоянно будут совершать нападения с целью отобрать нажитое вами богатство. А владение военным делом станет важной частью. Разрабатывайте вооружение, обучайте армию и пытайтесь проводить множество активностей. Не упустите шанс продемонстрировать свои таланты руководителя на практике, чтобы пошагово продвигаться навстречу победе. Сами баталии будут прописаны с особой тщательностью, поэтому они будут максимально занимательными и потребуют от вас создания эффективной стратегии, а также умения тактически воздействовать на локации. Вам придется лично взять под контроль город и постараться оптимально распорядиться талантами. Рассчитывайте умения, воплощайте планы и добивайтесь поставленной цели. Cities Skylines 2 – это невероятно реалистичный и детализированный градостроительный симулятор, дающий еще больше простора для творчества. Отличная графика с высоким разрешением дополнительно вдохновляет на строительство города мечты. Начните строить город с нуля и превратите его в процветающий мегаполис. Такого симулятора строительства еще не было. Просто начните строить свой город, прокладывайте дороги и разрабатывайте инфраструктуру, обеспечивающую повседневную жизнь. Все зависит только от вас. Жизнь города в ваших руках, так что планируйте все наперед.
вперед. У каждого решения есть последствия. Сможете подтолкнуть промышленность и использовать торговлю для развития города? Как сделать жилые районы процветающими, не снизив активность делового центра? Как дать людям то, чего они хотят, оставшись в рамках бюджета? На все эти вопросы придется искать решение. Ваш город никогда не спит. Это живой дышащий мир, который постоянно меняется. Некоторые изменения происходят медленно и постепенно, а другие могут быть крайне внезапными. День сменяет ночь, а лето зиму. Вы должны быть готовы к любым неожиданностям. Спасибо за просмотр и всего хорошего.